Аре, аре. О, тут для Инстаграма они снимаются. Тут для Инстаграма. Наш гид снимается для Инстаграма, которого мы нашли около нашего отеля. Ну, в общем, поездка горячим источником туда и обратно стоит у него 800 тысяч ихних денег. Но остальное, там вход и выход, стоит отдельно. Я имею в виду билеты куда-либо. Ох. Мобильный телефон не взяла. Ну, что-то не хочу я на горячие источники. Муж взял очень много. Он сказал, что Туламбен, в основном туристы, Германия, французы. В общем, европейские туристы. Ну, у нас в отеле пара человек с Австралии есть. Но в основном Туламбен приезжают европейцы. Русских мало. Ну, может, там среди туристов были. Вчера видела на дайвинге. Ну, как-то народ не в восторге от дайвинга. Мы еще не были. Тут какие-то птицы летают. Я за ними не угонюсь. Тут сейчас они все тут, они говорят, вот здесь мы собираем кофе, они тут бегают по ночам. Сейчас они спят. Очень, говорят, агрессивные они. Как кошку нельзя взять, они сразу кусят, поцарапают. А, в общем, они собирают то, что не покакали. Потом они это очищают. И очищенные зернышки, она нам показала, как очищает, жарят. Ну, во рту такой вкус, как будто сливки во рту. Ну, в общем-то, как бы оно и так и есть. Все, пошли мы покупать.